Ребяточки, всем самое доброе утро, мои хорошие. Я с собачкой приехала погулять на пляж. Отправила смс-очку, как добропорядочная гражданочка. Какая красота, ребята. Сейчас я поверну камеру, вам все покажу. Какая красота, какая тишина. Здесь же вообще ряд отелей идет на этом побережье. Это мы сейчас возле отеля Four Seasons. Просто мертвая тишина, ребята. Мертвая тишина. Ни одного отдыхающего. Ну, не знаю. Может быть, год назад я бы обрадовалась. Сейчас как-то... Боня, ты меня тянешь, ужас как. Сейчас как-то особой радости не доставляет. Какая-то удручающая тишина, ну, правда. Сейчас я поверну камеру, ребяточки. Все вам покажу. Смотрите, ребят, это сезон. Вообще ужас. Это отель Four Seasons, территория отеля Four Seasons. Ужас. Какой кошмар. Просто реально сейчас так осознаешь масштабы трагедии. А какие масштабы у них потери финансов, это просто. Если там номера у них. Ну, можете зайти на Booking и посмотреть, почем номера от Four Seasons в сезон. Чтобы я была не голословна. Гляньте, пусто. Никого. Не, какой-то один. Может быть, это сотрудник, но уже полотенец. Ну, а полотенце не Four Seasons. Какой-то заезжий турист. Плавает, плавает. Боня, идем. Уже... А я без купальник. Уже плавать можно, реально. Вон, чувак ходит, водички. Кайфует. Боже, пусто, ребята. Ужас. Мы уже плавали в это время. Загорать, плавать. Как угодно. Но за это его могут оштрафовать, кстати. Боня. Нельзя принимать водные процедуры во время карантина. Ну, нельзя, но очень хочется, то можно. Никто же не видит. Сейчас мы на тот пирс пойдем. Все в песке. Ничего страшного. Сынок, и ты в песке, ну, как обычно. Ой, какая красота. Ребяточки, а жара. А ну, подожди, Бонечка, я кофту сниму. It is warm? Very nice. Really? 17. 17? Oh. I try. Very nice. 17 градусов еще. Yes! Very nice! Wow! Tomorrow I will try. Super. Are you living in this hotel? You live here? Opposite. Aha, not in hotel. No, hotel is closed now. Yes, I saw it. Holiday? No, we live here. Yes. But yes, really very nice water. Have a nice day. Same to you. Thank you, bye. You have shoes. I come back. Thank you. Говорит, твоя обувь. Пойдемте, ребята, прям обалденная вода. Боже, как классно. Реально вода классная. Боня, иди поплавай, сынок. Ребята, как это класс. Прям теплое-теплое. Завтра будем плавать. Но если мы с Робертом плавали 1 декабря, то почему сейчас не мы? Вот так вот раненько пришла. Прям классно. Думаю, Роберт тоже захочет поплавать. А карантин? А что карантин? Я ж без людей плаваю. И вообще я точно не знаю, можно плавать или нет. Мужчина ж плавает. А если мужчина, я пойду плавать, если что скажу, он мне разрешил. Ну как хорошо. Тут целая линейка пятерок отелей. Аматус тоже закрыт. Mediterranean, Four Seasons. Это не в рядочек идут.
пусто. Кошмар. Буня, давай. Нет, лучше я не буду тебя отпускать. Он побежал по бережочку. Но если там где-то собачку он увидит, он за ней. А я буду бежать и орать босиком. И с пакетиком, если что. Прям жарко. 23, по-моему. И это только полдевятого. Нет, полдесятого уже. Хорошо здесь. Намочила чуть-чуть. Хоть раздевайся и плыви. А все равно меня тут никто не увидит. В нижнем белье. Ой, ребята, мне надо убрать. Бонечка. Мы уже возвращаемся в эту сторону. Пройдем потом по пирсу. Надо Бонины причиндалы выбросить. Боня, идем сюда к мусоркам. Идем. Ай, по камушку. По кучечкам. Песок просто горячущий. Можно лежать, загорать. Завтра плавать будем, ребята. Завтра пойдем плавать. Иди сюда. Бонни. Пошли со мной. Идем в тенечек, мужа. Ой, сейчас себя реально Робинзоном Крузо ощущаю. Это как он, бедолага, там? Ходил по тому острову. Один. Я-то понимаю, что я сейчас сяду в машину и поеду в цивилизацию. А он, бедала. Ой, ужас. То можно было влюбиться не только в пятницу. И в четверг, и в понедельник. Представляете, вот так вот один вообще на острове. Это жуть. Ни море умирать, ни океан. Не, ну может пару дней первых. Оно прикольно. Отдохнуть от всего. Ну неделю. Ну не больше. Ой, какая красота. Как классно, боже мой. Что ж я мокрая? Мне надо еще заехать хлеб свежий купить. И молоко. Вчера молочко у меня на пасочке пошло. Боже, какие, ребята, эти пасхи вкусные получились. Пасхи. Пасхи. Дождались меня мои шлюпотины. Ой, какая красота. Сейчас я в песке мою. Пройдем туда на персик погуляем. Бонечка, ну подожди, ножка. Ножка, Бонечка, ну look at me. Боня. Жарко, зайчик. Жарко. А много людей по берегу гуляют. Туда-сюда, вдоль. Здесь всякие развлекаловки. Закрыто. Все закрыто. И мотоциклы, и горки, и тут все, что хочешь. Они занимают прям четверть пляжа. Все закрыто. Боже, какие люди терпят убытки. Я только могу себе представить. Эти три отеля только взять. Это вообще... Сейчас бы в море уже все плескались. Яблоку было бы негде упасть на пляже. Так, конец апреля, начало мая. Это разгарище самый. Начинается сезон. Ух ты, какие пораспускались.
цветочки, их поливают. Ой, как красиво. Ой, их много-то. Будка спасателей закрыта. Идем. Эстет, он нюхает цветочки. Он никогда, кстати, не грызет и не рвет цветочки. Он их нюхает. Бонечка, идем. Жарко, сильно жарко. На котов вообще не реагирует. Вообще. Правильно, зайчик. Это там мы внизу ходили. Ходят, ходят людишки. Идем. Все, я завтра уже в летнее платьишко переодеваюсь. Купальничек. Привяжу Боню под зонтиком. Как всегда, в принципе. И поплаваю. Роберт захочет, он захочет. Пойдет со мной. Хорошая вода, прям классная. Вообще. Очень хорошая. Супер. Ребяточки, дарю вам морюшко через экран. Потрогать глазками можно. Да, нам все-таки реально повезло. Вот какой придурок кинул банку из-под пива в воду. Ну, гондон же, ну иначе не назовешь этого человека. Ой. Мне это так бесит. Варварство вот это вот. Ну, блин, ну. Ладно. Давайте, хорошо. Повезло нам на карантине здесь задержаться. Были бы мы в Швеции, наверное, не получилось бы нам вылететь, прилететь. Ой, класс. Не получилось вылететь, потому что рейсов никаких нет. Роберт мониторит, ну ему интересно. Вообще там рейсов никаких не наблюдается. Ой, красота. И пустота. А там впереди беленький, видите? Ресторанчик Лаисла. Где мы с Лориком пообедали. Вернее, я удачно наелась устриц. По-богатому. Там чуть не сдохла. Вообще. Для меня теперь слово «устрица» равно смерть. Фу, никогда в жизни. Ну там вообще еда хорошая, вкусная. Может, какая-то где-то устрица мне попалась не свежая, не знаю. До этого мы с Робертом ели нормально. Но все, больше я не устрицы не ем. Никогда. Прошел почти год, и не отлегло. Гляньте, у них водичка стоит. Бонечка, ты что, их воду будешь пить? Ты водичку котиков хочешь пить? Нет. Нет, зайчик, у тебя своя дома есть вода. Мяу, пошли. Давай. Мяу. Мяу. Красивые такие. Ой, красивый, пушистый такой. И покушать им насыпали, видите? Мои хорошие, красивые котики. Идем. Сейчас будем проезжать. Такой куст огромный с цветами. Бугенвиль, как он называется? Ой, ребята, ала. Ала красный такой. Ой, весь залит цветами. Я сейчас, ну, если будет возможность остановиться, я вам покажу. Боже, как красиво. Ну, вообще, все залито цветами. Все везде красиво. Сезон, все цветет, все благоухает. Это... Я только успеваю таблеточку от аллергии принимать. Просыпаюсь утром и сразу начинаю чихать. Ну, вот как мне пойти в магазин, если вдруг я чихну, ребят? Меня просто растерзают. И не потому, что у меня коронавирус. Просто я аллергик. На котов у меня может быть аллергия.
Представляете, кашлянуть и чихнуть-то. На собак. Это, наверное, охранник отельный. Пришел окунуться. Зайчик, идем. Давай, говорю, пошли. Идемте. Людишки тоже ходят. Ребят, вы посмотрите, какой красивый куст. Боже, как это красиво, как это ярко. Обалденно просто. У нас возле дома еще вот такое, ребятки, дерево зацвело. Я не знаю, как вам это видно, солнце отсвечивает, не отсвечивает. Это как такие, знаете, длинные пушистые веточки с ярко-бордово-красными пушистиками, этими цветами. Вам видно, не видно, как оно показывает там в камеру? Мне сейчас сложно понять, мне солнце светит. Очень красиво. Ну и громадину выгрохали. И я еще балдею от этого дерева, от этой пальмы. Ее в прошлом году обрезали вообще вот так вот. Ой, на ней живут равлики, павлики всякие. Вот так прям наполовину. Представляете, как она разрослась. Растет как на дрожжах. Красиво. Так мне это деревце нравится. Было манюсенькое-манюсенькое. Так, все, ребята, мы приехали. Сейчас надо выгружаться. Боня, выходим, сынок. И зайчик ты мой красивый, сладкий мой, любимый. Мы домой приехали. Домой приехали, выходим.